Грамотой награждается Мартвин Игорь за второе место в третьей лесовой категории.
Правда, награждается Ганичев Вадим за первое место. Поздравляем всех участников соревнований за те успехи, которые они достигли в этом соревновании. Учаться нашей команде государственной школы, так они по общему политику заняли более высокие места. Так, те, кто сейчас заняли первые места, остаются здесь, вторые, третьи. Спасибо большое, организаторам мероприятия.